пауза прекрасно подойдет к любой фигуре. И вы обратите внимание, здесь у нас с вами играют две ткани. А какие ткани? Ткани великолепные. Они идеально будут садиться на фигуру. И, конечно, вставка будет вас украшать. И не только. Обратите внимание, вставка сразу создает тот самый силуэт, о котором вы всегда мечтали. То есть, как расстроенная фигура у нас уже будет бросаться в глаза. Запомните номер лота 87308. И сегодня эта новинка по новой сниженной цене от на 1190 рублей. С вашей выгоды 1300. И посмотрите, Ань, какой у нас размер это хороший. 48-го аж по 64-й. Редкий размер у нас сегодня присутствует. Ну, Ань, вот такой вопрос. Вот девочки, вот особенно девочки богатых вкусных форм, всегда задумываются, какой крой? Подойдет ли на их фигуру вот такое изделие? Ты знаешь, вот здесь как раз и стоит обратить внимание на крой. Мне очень нравится, что у нас с тобой блуза имеет вставку. Яркая контрастная вставка создает тот самый силуэт, к которому все женщины только и стремятся. Поэтому здесь мы с вами сразу худеем на несколько килограмм. Черные цвета просто съедают наши бока, а вперед бросается тот самый великолепный яркий силуэт, который мы видим в нашей вставке. Итак, вставки мы здесь видим. При этом у нас присутствуют два цвета. Черный и темно-синий. Но я так понимаю, что различие идет именно по основе. Да, вот эта темная флористика у нас присутствует. Вот такая достаточно интересная. Причем я вижу, что опять соблюдается тренд 2018 года. Только вырви глаз, я ничего не вижу. Спокойные пастельные тона. Да, здесь очень спокойные пастельные тона. И обрати внимание, здесь у нас также есть много оттенков. Благодаря этому мы всегда сможем с тобой комбинировать с абсолютно разными цветовыми поясными изделиями. Ага. То есть здесь может присутствовать и серый, и светлые оттенки, и бордовые тона также могут присутствовать у нас в нашем ансамбле. Ну вот я думаю, как раз сегодня Ульяна приготовила настоящий фэшн-ансамбль. Об этом мы обязательно поговорим. Ну, посмотрите, вот Ульяна стоит с бордовой юбкой, как раз про то, что ты о ней говорила. Ну давайте посмотрим, что сегодня новинка у нас по сниженной цене. Дело в том, что у нас эксклюзивный поставщик, который распродает свой склад. И именно поэтому сегодня не действительно цена 2490 рублей, а действует новая 1190 рублей. И ваш дисконт, ваша выгода сегодня составляет сумму 1300 рублей. Ань, мы с тобой говорили сейчас о свободном крое, но при этом за счет принта мы нарисовали силуэт. Ну а что за ткань здесь такая? Вот, что вот за материал здесь используется? Здесь используются два материала. Основная ткань – это трикотажное полотно. Это вискоза. Вискоза, которая дышит. Обрати внимание, до нее приятно дотрагиваться. Да. И еще большой плюс того, что эта ткань хорошо растягивается. А это очень важно для дистанционного приобретения, когда мы точно с вами будем уверены, что наша блуза идеально сядет на нашу фигуру, подстроится, не будет сковывать наше движение. Это большой плюс, согласись. Большой плюс, согласен. А скажи, пожалуйста, вот учитывая, что у нас достаточно широкий размерный ряд, вот девочкам как выбрать? Вот размер ли брать? Или лучше все-таки можно оверсайз взять? Или на размер? Знаешь, я всегда рекомендую брать размер в размер, но всегда есть одно но. Если вы любите, когда одежда на вас сидит более свободно, вы хотите почувствовать чуть больше свободы, здесь нет ничего страшного, вы можете взять на один размер больше. Шикарно, вот такие интересные возможности. А чтобы выбрать свой размер, что вам нужно сделать? Увидеть, выбрать ваш размер, набрать бесплатный номер и, конечно, проговорить нашим операторам номер этого лота 87308. И вот, представляешь, Ань, только что рассказал, ты про стройную фигуру и продано уже 50 блуз. Но я бы хотел еще подумать о том, как правильно выбрать. Вот все-таки иногда девочки выбирают, ровно ли сядет или слишком длинный. Может быть, замерим что-то, посмотрим, как это. Давай, с удовольствием замерим, с удовольствием посмотрим, какая будет длина для того, чтобы каждая из вас, сидя перед телевизором, могла взять в руки сантиметровую ленту и определить длину. Меряем мы с вами от седьмого позвонка, и что мы с вами вот здесь видим. Вот у нас сейчас 50-й размер. 50-й размер, длина изделия 64,5 сантиметра. Соответственно, если вы берете размер меньше или больше, длина у нас будет увеличиваться плюс-минус 2 сантиметра. Превосходно. Ну что же, итак, идеальную посадку мы обеспечили. Свободный крой мы сейчас увидели за счет правильной вставки. Мы увидели стройнящий силуэт. Причем я увидел, что здесь еще хороший красивый гипюр, как кружево, эффект нижнего белья. А вот это как раз, да, вот это как раз второй материал, который здесь присутствует в нашей блузе. Обратите внимание, он у нас полупрозрачный, но не везде. Так. Зона декольте. Вот согласись, многие женщины хотят немножечко оголить свою зону декольте. Но в меру своего... Мужчины этого хотят. О, это точно. Но в меру своего возраста не каждая может себе это позволить. Здесь мы все-таки чуть-чуть открываем. Но все достойно, все прикрыто. И точно так же у нас с тобой идет кружево и по боковым частям нашей блузы. Тем самым у нас создается правильная гармония. Ну и, конечно, женщина будет чувствовать себя комфортно. Кружево мягкое, точно так же эластичное и комфортное. А если подняться чуть выше, то мы увидим, что и украшения никакого нам с тобой, Дисмарат, вот это действительно не потребуется. Здорово, потому что у нас получается и украшение, и блуза.